Чтобы поездка за рубеж с домашним питомцем обошлась без лишней нервотрепки, подготовить документы следует заранее. Сотрудники Россельхознадзора предупреждают, лучше это сделать за 1,5 месяца до начала отпуска. Для вывоза домашнего животного нужен ветеринарный паспорт со всеми необходимыми отметками. Питомец должен быть здоров, чипирован, привит против бешенства. Важно учитывать и требования, которые предъявляют к ввозу животных те страны, куда туристы направляются. За истекшие полгода оформлено 69 домашних животных, компаньонов, которые выехали вместе со своими владельцами за рубеж. Достаточно много стран Евросоюза, такие страны, как США, Австрия, Германия и так далее, которые имеют очень жесткие требования при приеме домашних животных. Оформлено на данный момент 12 сертификатов формы 5F и 25 сертификатов Таможенного союза на перемещение домашних животных.